полицию Владивостока поступило заявление от местной жительницы с просьбой привлечь к уголовной ответственности гражданина, похитившего ее деньги. Установлено, что женщина является работницей микрофинансовой организации. В офисе в районе Океанского проспекта к ней подошел неизвестный мужчина и потребовал отдать ему все деньги из кассы. Потерпевшая передала ему 69 тысяч рублей, после чего злоумышленник убежал. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Владивостоку по горячим следам задержали 42-летнего, ранее судимого жителя дальневосточной столицы. В отделе полиции мужчина принес свои извинения и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».